Меня зовут Даша, и сегодня я вам покажу, как сделать люстру в кукольный дом. Нам для этого понадобится плотный картон, бусинки, бисер, лепестки от заколки, крышка от воды, клей ПВА, клей-момент или клей-пистолет. Ну что ж, давайте приступим. Берем плотный картон, вырезаем кружочек, берем клей ПВА, намазываем наш кружочек из картона. И засыпаем его бисером. Разравниваем и даем подсохнуть. Пока наш бисер подсыхает, мы берем бусинки. Вот тут вот намазываем клей и вот так вот приклеиваем каждую бусинку. Намазываем. И приклеиваем. Так мы продолжаем делать по кругу. Я вклеила вот так вот по кругу бусинки. Теперь мы берем наши лепесточки. Вот эти вот. И придерживаем, чтобы оно не упало и подсохло. Также мы приклеиваем таким же образом вот эти вот лепесточки, сколько вы пожелаете. Так у меня получилось. И вот так вот приклеиваем посерединке. Это у нас будет крепление для потолка. Ну что ж, если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. До новых встреч. Всем пока. Буду рада новым друзьям.